Давайте теперь перейдем к следующей теме. Мы ее же обозначили на прошлой лекции. Это отличие между общей и спасительной благодатью. И здесь я хотел бы сказать несколько слов об источнике и средстве благодати. И здесь несколько моментов. Ну, во-первых, что благодать может быть приписана каждой личности Божества. Вот, к примеру, в первом послании Петра, в 5 главе, в 10 стихе, говорится о Боге, как о Боге всякой благодати. Во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, в 9 стихе, говорится о благодати Сына Иисуса Христа. И затем послание к Евреям, 10 глава, стих 29. И здесь уже Дух Святой называется Духом Благодати. И хотя благодать приписывается всем трем личностям Божества, есть еще один момент, на который стоит обратить внимание, а именно, что благодать передается миру через Иисуса Христа. В послании к Титу, 2 глава, 11 стих, мы читаем о Божьей благодати, которая была явлена миру. Но если посмотреть на контекст, то в нем говорится о пришествии Иисуса Христа в этот мир. Есть еще один текст, который вы прекрасно знаете, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 14, 16 и 17. В 14 стихе мы читаем, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Также об этой благодати мы читаем и в 16 стихе, «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Поэтому мы видим, что все три личности Божества участвуют в распределении благодати, но более же всех наш Господь, Иисус Христос. Благодать явлена через Него. Затем вы можете обратиться к своим конспектам. В них все напечатано, поэтому я не буду останавливаться. Все это основано на Писании, и все это вы можете прочитать в своих конспектах. Все это происходит при участии Божьей благодати. И если вы внимательно посмотрите на все эти 15 пунктов, приведенные в ваших конспектах, то увидите, что практически все они имеют отношение к спасению. И прежде чем мы перейдем к другой теме, с темы о благодати, позвольте мне остановиться и поговорить с вами о том, какие могут быть неверные отношения, неверное восприятие благодати. И первое такое неверное отношение — это отвержение благодати, благодати Божией. И понятно, что здесь имеется в виду то, что всем нам предложена Божья благодать, но не все ее принимают. И здесь приходит на ум стих, записанный в послании к Евреям, 10 глава, стих 29. И это первое отношение к благодати, которое неверно по своей сути. Второе отношение — это отношение, основанное на компромиссе. И здесь можно привести несколько текстов из послания к Галатам, а именно текст, записанный в 5 главе, в стихах со 2 по 4. В этом тексте говорится об отпадении от благодати. Мы используем это словосочетание в повседневном языке, говоря на английском. И говоря это, мы имеем в виду, что кто-то испортил отношения с кем-то еще. Иначе там можно сказать, попал в немилость кому-то, что означает, что отношения с каким-то человеком испортились. Но совсем не это имеется в виду в этом тексте, послании к Галатам, 5 главе. Здесь говорится о том, что когда появляется хоть какой-то закон, то он заменяет собой благодать в отношении к спасению. И таким образом имеет место компромисс с благодатью в вопросе спасения. То есть спасение не целиком по благодати, но и по закону. И вот если отношение таково,
то человек отпадает от благодати. Затем есть еще текст, записанный во второй главе послания к Галатам, 21 стих. Он также здесь уместен, так как говорит о возможности что-то заработать в вопросе спасения, исполняя закон. И Павел пишет, что вот эта идея, что мы можем заработать спасение, исполняя закон, вот эта идея должна быть отвергнута. Нельзя даже мыслить о том, чтобы сказать Богу: «Бог, я смогу заработать спасение по твоим правилам». Конечно, ты можешь оставаться милующим Богом, но в то же время я сделаю все необходимое, чтобы заработать спасение и получить его как нечто должное. Я исполню все твои заповеди. Ну а если где-то уж и не дотяну, ну, тогда ты можешь мне оказать милость. Но я буду усердно исполнять закон и слушаться тебя, и тем самым заработаю свое спасение. Но Бог понимает, сколько мы можем заработать, так сказать. Писание очень ясно говорит, что праведность наша, как запачканная одежда. Поэтому неверное отношение к благодати будет в том случае, если мы полагаем, что можем что-то добавить к благодати. И поступая таким образом, мы проявляем компромисс в вопросе спасения, спасения по благодати. Третье неверное отношение к благодати — это восприятие благодати как чего-то само собой разумеющегося. И чтобы объяснить, что я имею в виду, я процитирую несколько текстов Священного Писания. И первый текст записан в послании Иуды, в 4 стихе. И в этом стихе вы видите идею, что некоторые воспринимают благодать как данность. Такой человек считает, что раз он спасен, и вопрос с вечностью уже решен, то можно делать уже все, что хочется. Спасение все равно потерять нельзя. Такое отношение, понятно, неверно. Апостол Павел о том же самом пишет в послании к римлянам, в 6 главе, в стихах 1 и 2. Вы помните, что перед этим Павел пишет о том, что именно благодаря благодати, явленной во Христе, мы имеем праведность Иисуса Христа, и эта праведность вменяется нам, и поэтому мы спасены. И далее апостол Павел начинает в следующей главе с вопроса: что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать, чтобы дать Богу возможность явить свою благодать, спасая нас в наших грехах? Может, мне стоит начать больше грешить, чтобы Бог проявлял больше благодати, чтобы у него было больше возможностей это сделать, возможности явить свою благодать? И апостол Павел тут же отвечает на этот вопрос. Он пишет: «Никак, мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Также вторая глава послания к Титу, стихи с 11 по 13, мы читаем о том, что Божья благодать была явлена людям, и благодать эта была явлена в Господе нашем Иисусе Христе не для того, чтобы мы грешили и дальше, не для того, чтобы оправдать нас за все, что мы только не сделаем, но она была явлена для того, чтобы увести нас от греха. И есть еще один текст, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Это первое послание Иоанна, 3 глава, стих 9. В этом стихе апостол Иоанн очень ясно пишет о том, что если кто-то действительно возрожденный христианин, то он не будет продолжать грешить вновь и вновь. Это не означает, что христианин вообще никогда не грешит. Но Иоанн пишет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И глагол здесь стоит в настоящем времени, не делает греха. И это подразумевает привычку, образ жизни. Поэтому, если кто-то полагает, что раз Бог спас его, то это означает, что он может делать все, что только хочет, и не беспокоиться на этот счет, и не жить по Божьим правилам, то вот апостол Иоанн пишет о том, что такое отношение свидетельствует о том, что такой человек не спасен.
потому что те, которые воистину спасены, не ведут греховный образ жизни. И, конечно, здесь можно сказать много больше, чем мы сказали, но я полагаю, что на этом нам стоит остановиться, так как времени у нас не так много. Пожалуйста, любые замечания или вопросы, которые у вас есть, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.